все больше квалифицированных кадров требуется для сельского хозяйства страны. На заочном отделении Ленинградского сельскохозяйственного института обучается около 3000 студентов. Из разных областей северо-запада съехались они на зимнюю лабораторно-экзаменационную сессию. В лаборатории кафедры агрохимии студенты знакомятся, как применять меченые атомы для изучения питания растений, как пользоваться сложными приборами. Закрепляют свои знания на животноводческой ферме института студенты зоотехнического факультета, в том числе и зоотехник одного из колхозов Псковской области Нина Андреевна Бец. А здесь изучается новая сельскохозяйственная техника. Инженером-механизатором станет Анатолий Мефодьевич Сикачев из Великих Луг. Зачет по пчеловодству и опылению растений дает сегодня агроном из Калининской области Виталий Васильевич Новиков. Знания, полученные Виталием Васильевичем и его товарищами, помогут быстрее решать задачи, поставленные декабрьским пленумом Центрального комитета партии.